Угловой. Нужен Мартынову. Так к этому призывает его угол. Хорошо! Попадает сейчас Сергей. Вынужден попятиться, потому что пошел вперед, да, с хлесткими ударами бразилец. Хорошо, навстречу! Падает, падает Лосерда. О, все, все, все! Все, останавливают бой. Мясник вернулся, дорогие Мясник друзья. Вернулся. Это точно. Ну что ж, Сергей Мартынов. Пойди вправо, вправо пойди. И еще одна попытка от Алексея Чернявского. Хорошо, по корпусу попадает, это нокаут, да! Вот так вот! Таких нокаутов по корпусу я давненько не видел, чтобы в стойке и в клинче. Но вот все бывает в первый раз. В очень тревожном состоянии находится Алексей. Колено в корпус от Викторова. Кайнову, кстати, из угла подсказывают, не надо, не борись. Хорошо вот сейчас Ох, вот отработал сейчас Кайно. Зацепил Викторова Кайно. И с ноги туда же. Голову, да. Пытается клинчевать, спастись. Максим Викторов, но напропускал Максим, ноги не держат. Это чистый нокаут. Это нокаут, да. Продолжается у нас серия нокаутов, друзья. Вот так вот. Вот это вечер. Третий бой, первый раунд, опа. Да. Какой четкий получился нокаут у Кайнова. Контролировать руки и наносит хлесткий боковой на выходе из клинча. Александр Горбунов. На встречу отвечает Николай Путинцев. Пропускает еще один боковой справа. Колено в корпус, и это похоже на нокаут. Все. Колено в корпус, и до свидания. Видимо, очень-очень сильный удар был. В район солнечного сплетения, по-моему, попал под солнышко. Ну вот, кстати, стоит обратить внимание, перестал Кичигин так явно стремиться в партер. Да-да-да, мне кажется, ему надо вот решать вопрос ударкой. Вот о чем я и говорил. Это слабая сторона Русимара Пальяроса. Вот. Да. В тяжелом нокауте оказался, да, Русимар. Да. Но именно так, пожалуй, и стоит бороться с людьми, которые ориентируются на партер. Жесткий лоу-кик от Свиридова. Ильяс Хамзин занимает центр клетки. Начинает пристреговать. Ну, судя по тому, как ребята начинают вести бой, они, видимо, ударники. О! А вот это неожиданность! Все. Досрочная победа. И смотрите, как Артур Свиридов заканчивает бой. Я думаю, многие не ожидали такой развязки. Ну вот вроде бы у Артура ноги покороче, а он именно ногой в голову навстречу ударил. Просто отличный удар. Затащить Холотян. Пытался сейчас крутить руку. Хорошо, да. Чуть не пропустил проход Бела. И еще хорошо! Это нокаут! Да, тяжеленный нокаут! Ну, клуб «Кузня», что я могу сказать? Город Краснодар. Вот они и ударники. Вот, пожалуйста. Вау. Начал вытягивать на себя бразилец, затем контрить такими размашистыми боковыми ударами. Хорошо по корпусу Павел Ветрук. Отлично. Это нокаут, все. Четко вычислил. Прикормил сначала ударами на руках, а потом неожиданно, да, колено. Он в корпус ударил, бразилец согнулся чуть-чуть и голову выставил, и тут же коленом. Вот так вот. Коллега, ты заметил, что Мартынов почти не использует сайдстепы? Да, сайдстепы использует, когда противник на тебя идет, а он встречает. Как ты можешь? Сайдстеп, шаг в сторону, то есть противник должен мимо пробежать. О! Это нокаут. Все. Вот так вот. Да. Бразилец выигрывает поединок. Это очень тяжелый нокаут. Лучшая защита – это нападение. Ну что ж, Вискарди Андраде доказывает свою квалификацию, доказывает, что не зря он выступал в UFC. И опять ввели в кому. Ну, мы желаем Адонису скорейшего выздоровления. Конечно же. Жестко Алексахин. Ну, кстати, смотри, коллега, не летит Алексахин добивать. Очень прагматично действует пока. Ну, все правильно, да. Потому что можно самому раскрыться. О! Все! 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 Ух!
Это было очень впечатляюще. Вот то, о чем я говорил. Ну и вот, может быть, добивающий удар был ни к чему. Ни к чему абсолютно. Друзья, как любит говорить мэтр комментаторского цеха Владимир Ильич Гемлин, вы видели все сами. Тут комментировать, по-моему, даже не надо. Наши поздравления Николаю Алексахину. Наконец-то мы это скажем. Молодец. Молодец. Все сделал очень красиво.